традиционная русская калинка-малинка, а еще летка-енька, буги-вуги. В школе искусств имени Верстовского провели мастер-класс танцпола разных десятилетий. Обучающий тренинг прошел на площадке перед самой школой. Присоединиться мог любой желающий. Танцевальный вечер проходил под руководством профессионального тренера, преподавателя хореографии Ольги Тимофеевой. Сначала элементы из танца, затем короткая репетиция, и уже после пустились в пляс. Такие мастер-классы проходят в городе регулярно. Подробную информацию о расписании ближайших мастер-классов можно посмотреть на сайте городской администрации.